Ребятушки, включила сразу новое видео. Значит, все, обошла я со всех сторон этот практически. Сейчас еще раз, еще одну сторону обойду. Вот. Выяснили, что это странное здание, которое закрыто со всех сторон. У нас принадлежит монахам, агастинианам, да? Интересно. Вот. Видите, посмотрите, оно закрыто со всех сторон, ребят. Просто, посмотрите. Полностью я не смогла нигде никакую лазейку найти. Все закрыто. Давайте посмотрим, из чего стена состоит у нас. Посмотрите, до самого конца только стена. Видите? Ну, тут... непонятный вообще материал. Вот, и перед этим зданием у нас залито все гранитом. Дорога, понимаете? Дорога, вот это, где ездят вообще машины. Хочу вам показать кое-что. Опять, смотрите, да? Смотрите, через островок проходит, посмотрите. Заходит под низ, выходит здесь, посмотрите. Я вам еще раз говорю. И камень уложен под эту рельсу, а не рельса под него. То есть все здесь так и нужно, чтобы она здесь кончалась. Почему, не знаю, для нас это не постижимо. Вполне возможно, что здесь могли отрезать, кстати. А вот там нет. Видите, здесь выглядит так, что могли и отрезать. Но отрезать до камня, понимаете? Камень уже положен под отрезанное. Кто ж так вот, кто этот мастер, вот так, который может так отрезать, да? Вот, и посмотрите, как закругляется, да? Ну ладно, я пойду. Я сейчас здесь еще, там, где пересекаются, посмотрю. Где они пересекаются, посмотрю. Люблю эти пересечения, я уже как бы в какой-то момент сказала себе, что я не буду заниматься этими, блин, правильными путями. Вот тут они пересекаются, немножко становится одной. Тоже ведь разделение на два, на два, на три, три. Тут вообще классно идет. Классный ход, когда дело касается у нас трамвайных путей. Ходы вообще просто сумасшедшие тут на 2, на 3. Так, ну я перейду на ту сторону, пойду доизучаю. Но смотрите, у нас уже это все. Свет заканчивается. Я хочу показать опять вам. Опять. Да? И посмотрите, просто здесь вообще видно, что камень сделан под вот эту рельсу. Посмотрите. А не рельса под него. Камень под эту рельсу. То есть это все вместе выросло. Видите? Вот это уже просто нормальное. И сколько уже вот этих вот, посмотрите, сколько этих трамвайных линий. Но мы пойдем к метро. Короче, на сегодня хватит уже. Я уже много сделала, видите? Смотрите, какой здесь камень у основания. Вот посмотрите. Поглядите. Офигительно. Посмотрите. Вот это явно жижа. Посмотрите. Просто все пористое. Посмотрите. Как будто он подтекал. Да, посмотрите. То есть, опять же, здесь что-то все еще не сформировавшееся, короче, до конца. Ну вот. Видите? Очень хороший. Интересный низ у нас. Ну, видите, на сыром видно хорошо. Вот на эти дырки не видны особенно на сухом. А на сыром, вот посмотрите, издалека как видно хорошо. Вот, посмотрите, видите, все в дырках. В порах, да, видите?
Очень интересно, что у нас вот эти, видите, трубы роста торчат, как видно хорошо. Вот этот Агастиниан у нас, очень интересно. Секретное явно общество находится перед университетом тоже. Я вообще считаю, что слово университет это тоже, опять же, не то, что мы думаем. Ну, это ладно, это тоже в будущем. В будущем я буду тут распинаться, но пока не надо. Пока я просто показываю очень интересные, считаю, вещи, которые даже в других городах иногда бывает, что и нету в таком, как сказать, законченности, в таком комплексе в сложном, как в Милане. Милан удивительный город. Ребята, вот это вот как бы буквально после Лоретто, да? Но я хочу сказать, что она все равно Пиола, надо поизучать. Она все равно немножко особняком стоит, потому что до Лоретто мы всегда, то есть или от Лоретто до нее, или от нее до Лоретто всегда далеко, долго ехать. Очень длинная станция. И он очень сильно вихляет, когда идет. Посмотрите, вот как труборост, видите? Я хочу вам трубу хорошо снять, но это, знаете, грани все хорошо снимутся при хорошей погоде. А сейчас, к сожалению, нельзя снять. Вот. Просто удивительно огромный университет. Один из, понимаете? Один из, то есть... И вот надо было всех заставить хотеть учиться, да? А там наверху главное восьмиугольная, вот видите, у меня. Восьмиугольная фигня. Тут строительство. Что-то здесь закрыли, что написано. Индустриале. Лаборатория. Лаборатория, видите, лаборатория. Ди механика индустриале. Каника, да? Вот, и у нас вот такая труба, да, тут, которую очень классно будет сейчас снять, но невозможно, ребятушки. Вообще это похоже больше, как обычно, на фабрику какую-то старую, на завод. Такое мы видели в Линьяно, а нам тут выдают это за университет, понимаете? Вот. Тут у нас явно там прикрыто что-то, да? Дырочки в правом боку. Да. Вот такой вот огромнейший университет, да? Посмотрите, огромнейший. Посмотрите, мне еще и этот опыт. И тут же банк. Тут же банк. Ой, посмотрите, там интересно, как там видны эти. Посмотрите, как там видны провалы. Ну, вот эти вот, посмотрите. Глядите, да? Вниз как идет, видите, посмотрите. Вот, ладно. Сейчас меня начнут догонять. Сейчас снимают. Посмотрите, какие провалы, да? Там около банка зашла, сняла, нормально. Вообще. Ай, хрен с ним. Зато показала вам, как вниз идет провалы. Ребятушки, доснимала до вообще темноты. Я уже вижу, что уже темнота опускается. Но зато очень хорошо поработала одна. Никто мне не мешал. Жалко, что уже все, уже. Да и тем более телефон такой, он только хорошо фокусирует, когда солнце. Когда солнца нет, начинается вот. Беда. Так, ну ладно, я около метро. Хотела вам показать там еще штуку. Но я чувствую, что мне здесь нужно, конечно, вернуться. Во-первых, я туда не сходила. Вот это зеленое, что прикрытое, хорошо не сняла. Там, где у нас экспериментальная станция по выведению ниток. Опять же, нитки, это вообще же тема у нас очень. Кстати, нитки вообще тема именно связано с Импионы, с моим, с
тема, из которой я ношусь по-настоящему, а не жижей. Вот. Я вам показываю, дом из дома растет. Так, ну ладно, ребятушки, все. Это видео будет короткое. Вот, потому что я вас там помучила уже по 20 минут видео, нифига себе. Но здесь очень-очень-очень таинственный район. Поэтому невозможно было остановиться. Где же эта ширма, которую я хотела вам снять? Она где-то здесь. Сейчас покажу. Перейду, попробую поймать. Вот она, вот она, вот она. А, так это то же здание самое, ребятушки. То же самое здание, которое желтое. Только... Сейчас я перебегу. Только с другой стороны. Где монахи, там вот желтое здание. По-моему, это то же самое здание, видите? Смотрите. Что за ширма, да? Так, сейчас я ближе подойду. Вот смотрите, начинается зона метро, ребята. Зона метро. А, кстати, здесь я хотела вам показать, как вниз там опускается. Вот здесь около университета видно. Вот здесь вход в университет, да? Там видно, как там туда идут провалы. Но тут сейчас полно людей, не буду я. Здесь раньше была просто... Здесь был муравейник, ребятушки, а сейчас абсолютно все уже, жизнь закончилась, понимаете? Вы посмотрите, да, какие ширмы, кстати. То есть это опять такой вот, как выросший такой кусок стены небольшой, на котором еще и колонны. А это просто дом, понимаете? Смотрите. Я сейчас вам хочу снять вот эти вот. Здесь тоже странные эти. Как странно сделано все. Смотрите, островки такие, да? И ведь это все наши стены, ребятушки. Вот. Посмотрите, да? Квадраты, вот он тут вот идет вот так вот. Это я вижу, что это наши стены. И вот туда вот идет туда провал. Туда, видите, посмотрите, посмотрите, видно. Это когда я у Лиды снимала в центре Милана парковку на минус 5 этаж. Там меня обсирали, смеялись, но извините меня. Около Самбабила. Самбабила — это практически дома. Идут парковки, извините меня, на минус 7 этаж. Извините. Ну, вообще, ладно, ребятушки, все. Сегодня я заканчиваю, то, что уже темно, как бы. В общем, я вышла, хорошо поработала, я считаю. Не отвлекалась ни на что. Очень хорошее открытие сделали мы на Пиоли. И мы сюда, конечно, еще вернемся. Это наш прям район. А, нет, вот этот желтый дом, вот он торчит. Вот он, вот он. В следующий раз я сразу пойду туда. Я хочу этих монахов достать. Пока они меня не засосут внутрь, да? Где этот дом-то? Почему? Вот он, вот он. Короче, ребятушки, до завтра. Пока-пока. Всего вам хорошего. Спасибо за поддержку. Те, кто мои друзья меня поддерживают. До новых встреч со мной.